Во-первых, он великолепный певец. Да? Да. Слава богу, слава богу. Это так часто случается, к сожалению, на российской сцене. Этот человек по достоинству занимает место на Олимпе, потому что он великолепно поет. Я русский, клип «Я русский» мог бы мне близко, время на MTV? Мне это слишком в лоб. Конечно, мог бы. На MTV, безусловно, это великолепный музыкальный проект. Он, опять же, это очень хорошая продюсерская работа.